Я не видал родных дедов и видеть мог едва ли. Все до рождения моего они поумирали. Но я не обделен судьбой, я все равно счастливый. Был рядом дед, пусть не родной, но горячо любимый. Он был герой и ветеран, такой, что прямо из книжки, для всех. А я ему кидал за шиворот ледышки. Я про войну все с детства знал. Ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал с тарелкой манной каши. Все было так. Он мирно пас овец у Арарата. И вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада. Чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе. Но тут подъехал дед Агуан. И он был резко против. Подъехал, правда, не один. Стекались, словно реки, туда и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыкую толпой они в окопы сели. И в тех окопах всей гурьбой мгновенно обрусели. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед в прицел свой тигра пас. Крутил хвоста пантере. По-русски с ним общение шло сперва не идеально, но фразу «башню сорвало» он понимал, буквально. Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши, внимая, как они пошли на запад пешим маршем, и, как всегда, в который раз в итоге накидали. А дальше шел такой рассказ, как в слезном сериале. Берлин, апрель, земля дрожит, снаряды, пули градом, и дед по улице бежит с трофейным автоматом. Кругом разбитые дома, как гор кавказских гребни. С собой у деда 5 гранат. Вдруг глядь, на куче щебня. Лежит, скулит от страшных ран. Один, как щепка в шторме. Такой же, как и он, пацан. Но лишь в немецкой форме. И тычет деду на окно. Руками объясняет, что он у дома своего лежит и помирает. Что там родители его, что он берлинский, местный. Его войною домело до своего подъезда. И дед поверх своих поклаж, хоть был не сильный самый, взвалил его и на этаж, туда, где папа с мамой, где взрывом балку повело, где теплится лампада. Встречайте фрау своего немецкого солдата. Дед, говоря про этот миг, вдруг сразу изменялся. Про страшный материнский крик, про то, как там остался, как в кухне, где горел шандал, воды ему нагрели, как с грязью ненависть смывал за годы и недели, как спал на белых простынях среди войны и ада и видел сны о мирных днях в долине Арарата, как утром снова он пошел к победной близкой дате, услышав сзади «Данкишон», ответив им «Прощайте». Тут я перебивал всегда, дослушивал едва ли. «Дедуня, что за ерунда? Давай, как вы стреляли. Давай, как ты горел в огне, чуть не погиб на мине». Неинтересно было мне про простыни в Берлине. Но дед что-то замолкал, шел за добавкой каши и кашу снова в рот толкал, чтоб стал быстрее я старше. Его уж нет, а я большой. И вдруг я докумекал. В тот день был самый главный бой за звание человека.